Привет, привет, друзья! С вами снова Бой777. Сегодня буквально совсем небольшое видео, анбоксинг тут одной интересной вещи. В общем-то, давно я уже хотел себе купить как бы вот инструмент, чтобы точить ножи всякие там. И вот я даже заказал с eBay, я вот показывал вам анбоксинг, эти точильные камни, вот, в наборе американский, там, Смит, искусственный, натуральный, вот. Но я так что-то попробовал, то ли я не разобрался, как ими точить, то ли это очень сложно. В общем, мне этот вариант как-то не очень понравился, вот, и поэтому я решил что-то другое поискать, вот. Недоволен я был теми камнями, хотя, может быть, не знаю, потом, в будущем, может быть, когда-нибудь я пойму, как ими надо правильно точить, вот, и вернусь к ним. Значит, у меня как бы не было вот определенного плана, да, какую точилу покупать, вот, но на YouTube я лазил, там смотрел разные видео, там обзоры и прочее, вот снимают там, и случайно там наткнулся, вот один парень там показывал такую точилку, вот, и как бы он все показал, как она точит, специально затуплял нож наждачкой, вот, и в общем-то, ну, русское видео, я решил заказать на eBay, я купил, вот сегодня получил, при вас вот ее открываю. Сейчас покажу вам, что за точилочка. Так, значит, тут ничего больше нету. Вот инвойс, то есть видите, с доставкой 17,95. Заказывал себе. Вот смотрим. Это вот целый набор. Tactical pack. То есть тактический набор. Diamond Carbide Sharpening Rod и Quick Action Water Knife. Два точилы в одном. Раскладной, значит, Diamond Rod. Ну, это как бы, если перевести на русский, получается алмазный мусат, металлический корпус, не скользящий, прочный, тунсген карбид элемент for fast blade touch ups. Ну, то есть тунсгеновый карбидный элемент, я так понял, для быстрой быстрого выведения кромки, вот. Сделано в Китае, фирма Лански, ну, то есть известная. То есть можно вот вывести кромку сначала на этом тунсгеновом карбиде и потом заточить на вот этом алмазном мусате. Вот. Значит, вот здесь вот все видно, что запечатано, как бы все новое. Вот тут почему-то отсутствует уголок. Не знаю, куда он делся. Вот. Вот такая, собственно, точилочка. Здесь Лански, такая довольно
Жёленькая, то есть видно, что с металла сделано. Вот эти тунцгеновые карбиды. Вот они. На торксах тут, я так понял, их можно потом вытащить, поменять. Потому что вот видно даже, что вот это вот два торкса откручиваются, она снимается, и эти элементы наверняка отдельно продаются. То есть, когда они износятся, можно заменить. То есть, это очень хорошо, а не так, что они износились и выбросил. На резьбе вот откручивается, здесь получается вот такая вот крышка. Вот. И вот он сам. Я так понял, что вот это механизм типа цанги. Вот он сам алмазный этот мусат. Вот такой вот. Вот. Чтобы точить ножи. То есть вот он собран. Вот чуть-чуть откручиваем. Вот он вылазит и фиксируется. Вот так вот. То есть вот такая вот компактная, удобная точилочка. Можно как бы и хранить ее дома и с собой брать. И за счет того, что она складывается, то есть сам мусат, ни об какие там посторонние предметы не пачкается, не надо его там куда-то прятать, в пакетик, в коробочку. То есть вот такой вот он. Так, и смотрим. Здесь, я так понял, нож вообще как бы это уже в подарок идет. Потому что с такой ценой. Вот значит здесь исландский knife и tool. Что мы здесь видим? Ну, самая, то есть, стандартная конструкция. Рукоятки, я так понял, пластиковые. Вот. Калипсо вот такая вот. Вот. Лезвие. Ну, 86 миллиметров, то есть все стандартно. Такой, не знаю, что за сталь, вот, покрашенная черным. Здесь видно, что какая-то вот пила, заточка. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, у меня где-то была бумага тут. То есть видно, что Ланский, это как бы тут известная фирма по заточке, но вот нож у них, я бы не сказал, что он тут супер заточенный. Ну да, он немного цепляет, немного режет. Во-первых, тут бумага еще такая достаточно толстая. А во-вторых, видно, что сколько и дефектов, и...
принципе. Здесь вот какой-то крючок еще сделан. Не знаю, какая у него функция. Вот. То есть видно, что механизм обычный лайнер-лок, но тут есть еще вот такой вот как типа выступ, да? Вот. Ну как бы ничего особенного тут нету, ну как бы особых претензий не вижу, то есть. Обычный дешевый вот китайский нож, просто ну круто то, что он ланский, да, и как бы цена самого этого мусата, там без ножа были наборы, она точно такая же, как и с ножом, поэтому я вот взял с ножом. Вот. Ну может он там стоит, я не знаю, пару долларов, но для коллекции как бы я думаю, что мне пригодится. Во-первых, как бы фирма известная, во-вторых, у меня еще вот с таким вот типа лезвием, вот с такими засечками нету в коллекции ни одного ножа. И вот с такими вот выступами, вот с такими тоже нету. Вот, ну, лайнер-лок, это понятно. Ну, то есть нормально, все лежит в руке, вот. Рукоятки видно, здесь вырезы под пальцы, то есть под лайнер лок здесь тоже видно, что есть вырез, то есть без проблем он нажимается вообще, то есть все это ясно и понятно. Вот эта вот вещь, конечно, помогает, то есть не надо там извращаться, пальцы растягивать на полкилометра. Я буквально его только взял в руки и сразу уже могу его складывать, раскладывать. Ну никаких, естественно, чудес в нем нету, тем более за такие деньги. Я думаю, что в коллекцию он пригодится. Может быть там стандартные, конечно. Ну, может быть, конечно, стандартные там доработки, типа там полировки, там что-то такое есть. Можно сделать, вот чтобы он. Ну, естественно, люфтов никаких нет. Вот все намерно. Ну, то есть видно вот здесь. Обычные вот два торкса, вот они эти стойки, и с этой стороны те же самые два, плюс один, который нож сам держит, ось, и вот такая вот, ну, достаточно жесткая клипса, все. То есть вот за 18 долларов на eBay бесплатная доставка, набор алмазный мусат, ланский и нож вот такой вот складной, вот лайнер лок, ланский knife and tool, то есть неплохой нож, хоть для коллекции, хоть, по-моему, вполне приличный с собой носить. Вот. Ну, по крайней мере, мне нравится, в руке лежит нормально. Вот. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комменты, подписывайтесь на канал. Вот, как я вам уже говорил, будет очень много видео. И сначала по анбоксингам, и у меня есть там еще планы там кое-что показать интересное. Всем пока и удачи. С вами был 877.